Всем привет, ребята, меня зовут Макс, и я продолжаю проходить игру GTA Vice City на 100%, но статистика уже 11%. Я продолжаю проходить сюжетку, берем сюжетную миссию от Кортеса, следующую, называется «Перестрелка в Молли». Tommy, come join me. This looks delicious, huh? Cap your snout. No, thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A paper for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me. Это с курьером в таком центре. Ну, я думаю, что будет удобнее, наверное, на чите это делать. Я же на мотике, на котором я буду падать 150 раз. Ну, и нам теперь нужно забрать чипы, которые Кортес нам сказал забрать. Логично, в принципе, звучит. На этот раз, кстати говоря, я в Сити накатил на лицензионную версию свою сборку. Теперь как бы она у меня со Стима запущена. Ну как бы это не совсем моя как бы Steam версия, это расшаренная версия от Норриса. Но тем не менее, хоть немножко поиграю в лицензионную. Так, а я не помню, с этой стороны ходит? Мне кажется, все-таки с той стороны, нет? Да, наверное, с той стороны он ходит. Ну, в принципе, здесь убить его на самом деле будет просто очень. Зарина, she's very wet this time of the year. What? Ah, come on. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Freeze imperialist American pig that is propriété of a government français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Shoot the police. You got to do better, Mr. Snell. Все, а дальше стоит только усвалить. Блин, все-таки моя щита либо исчезла, либо она мне с там с другой стороны стояла. Ага, да вон она стоит, ну ладно. Видимо, я опять просчитался. Ну ничего страшного, в отличие от Titan Vice, в оригинале Vice можно спокойно приехать и даже с копами. А вот в Titan Vice, помню, на таких миссиях всегда было искажение, что нельзя с собой приводить копов, то есть обязательно их надо сбросить. Иначе миссия будет провалена. Ну, что типа копов привел с собой. А так все, даем чипы. Задание выполнено, нам дали 500 баксов. Блин, когда там уже, там сколько должны телефонные миссии уже быть? 11%. Мне прям даже интересно, когда там уже телефонные миссии появятся. Странно. Ну давайте, ладно, соеванусь тогда. Ладно, давайте еще до Кортеса обратно доедем вот таким образом. В следующем видео уже продолжим проходить миссии. А нет, звонок есть. О, я же говорю. На следующем видео у нас уже будет телефонная миссия. Все, ребят, на этом видео я заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока!